Посмотреть на новый катер Николай Патрушев явился не один. В торжественной церемонии также приняли участие министр транспорта России Максим Соколов и глава Карелии Александр Худилайнин. Всего полтора месяца назад мы с вами спускали первое судно, изготовленное на Онежском судостроительном заводе. И сегодня уже третье судно за полтора месяца по слипам уйдет в воды Серебряного Онега. 7 футов под килем! Из Петрозаводска лоцмейстерский катер Юрий Романченко отправится на Азовское море в порт города Таганрога.